Всем привет, дорогие друзья! Сегодня в нашей рубрике «Рынки» мы поговорим о 5 спорных компаниях, которые в последнее время столкнулись со сложностями и показывают довольно слабые финансовые результаты. Мы с вами обсудим свежие новости, которые повлияли на компании, мы проанализируем их текущее финансовое положение, ну и самое главное, мы попробуем ответить на вопрос, стоит ли вообще рассматривать эти акции для покупки, ну, по крайней мере, сейчас, или от них нужно срочно избавляться. Спойлер, лучше так и сделать. Итак, с вами Кира Юхтенко, это команда InvestFuture. Ну и перед тем, как мы начнем, не забудьте проверить подписку на наш канал, потому что здесь мы учим финансовой грамотности и рассказываем про разные способы заработать на фондовом рынке, да и не только на нем. Ну а теперь присаживайтесь поудобнее и поехали! Друзья, сегодня предлагаю начать с компании Сегежа. Это, как вы, наверное, знаете, крупный лесопромышленный холдинг с полным циклом лесозаготовки и переработки древесины. Алды помнит, что пару лет назад мы с командой, нашими подписчиками, даже ездили к компании в гости на завод. И компания, правда, интересная. Но вот, конечно, в последнее время ей досталось довольно прилично. Давайте вспомним, чем она занимается. Основные направления бизнеса – это производство бумажной продукции, пиломатериалов, фанеры и так далее. Так, компания за последний финансовый год произвела 320 тысяч тонн бумаги, 2 миллиона кубических метров пиломатериалов и 191 тысячу кубических метров фанеры. Сегежа поставляла свою продукцию более чем в 80 стран. Основным потребителем продукции компании был и остается азиатский рынок. Ну а вот с Европой все наоборот. Как мы видим, по итогам 2023 года поставки продукции в Европу уменьшились с 14% почти до нуля. И во всем виноваты санкции со стороны Европейского Союза. Кстати, о них, о санкциях, когда в 2022 году Евросоюз, на который, к слову, приходилось 75% поставок лесной продукции из России, ввел запрет на эти поставки, да, из нашей страны, компания была вынуждена продать свои европейские заводы по производству бумажной упаковки Сегежа Packaging. Тут речь идет о продаже заводов в Германии, Дании, Нидерландах, Италии, Чехии, Турции и Румынии. Общая мощность этих заводов составляла около 700 миллионов мешков в год. Там, по-моему, 704. Ну и, как заявлял глава компании, это был единственный вариант, чтобы сохранить бизнес в рабочем состоянии. Из-за санкций поставки сырья на европейские заводы стали просто невозможны. Ну и плюс у компании отказывались покупать уже готовую продукцию. Ну, опять же, вот из-за всей этой геополитической ситуации. Также Михаил Шамолин заявлял, что в связи с геополитической обстановкой компания рассматривала возможность создания новых мощностей по упаковке в таких странах, как Египет, ЮАР, Малайзия, Вьетнам, Китай и даже Мексика. Ну а сейчас Сегежа решила сосредоточиться на повышении эффективности работы внутри России. Ну а вот глобальные проекты по строительству новых заводов за рубежом будут пока что у компании отложены. Ну и таким образом санкции довольно серьезно, как мы видим, ударили по экспортному направлению Сегежи и заставили компанию сконцентрироваться на российском и азиатском рынках. Давайте мы теперь посмотрим на компанию с финансовой точки зрения и попробуем разобраться, как поменялись показатели бизнеса по итогам 2023 года. И предлагаю начать с выручки. Средний темп роста с 2018 по 2023 составил 8,9% в год. При этом в 2023 году было снижение на 9% относительно прошлого года. Несмотря на то, что рубль у нас слабел на мировой арене и, по сути, это поддерживало экспортную выручку, ключевое значение оказали снижение объемов продаж и снижение средних цен на основные продукты компании. Так, средняя цена за последний год снизилась более чем на 30% в случае с бумагой. На пиломатериалы падение составило 24%. Цена на фанеру упала на 33%. На клееную балку на 47%. Я напомню, что Сегежа 67% зарабатывает на внешних рынках, то есть экспортируя свой товар. Особенно негативно сказались санкции на расходах компании. Из-за переориентации на другие страны Сегеже пришлось перенаправлять свой экспорт на альтернативные рынки. И так за год доля Китая выросла с 35 до 50% от выручки. Россия с 30 до 33. Это привело к снижению валовой маржи и росту расходов, которые связаны с трансформацией направления сбыта. Плюс ранее Сегежа купила Interforest Rus, увеличив как активы, так и обязательства, и выплатила
выплатила огромные дивиденды, несмотря на отрицательный свободный денежный поток в те годы. Ну и по итогу это привело к убытку на операционном уровне в 2023 году. И, в свою очередь, это несколько осложняет ситуацию с обслуживанием кредитного плеча. Тут-то я хотела бы напомнить, что закредитованность компании 88%, и при этом 40% из активов финансированы за счет текущих долгов. Первая из акций, которые, на мой взгляд, держать особо не стоит, это Сигежа. Причина, во-первых, в том, что компания выплатила рекордные дивиденды пару лет назад в адрес своего главного акционера АФК-системы. Выплатила столько, что пришлось увеличивать долговую нагрузку. То есть дивиденды были ей, в принципе, непосильны. Вдобавок, в этот же период компания провела сделку по покупке Interforest Group. После чего цены на стройматериалы упали, компания потеряла премиальный рынок, где цены выше, чем в остальном мире. Все это наложилось на то, что теперь у Сигежи даже на операционном уровне убыток. В связи с этой ситуацией нужна какая-то помощь либо со стороны материнской компании, либо со стороны прочих акционеров. На мой взгляд, здесь, вероятно, дополнительная эмиссия, чтобы как-то спасти компанию. Я бы, наверное, не смотрел в адрес Сигежи до того момента, пока не станет известно о том методе спасения, которое примет руководство. Наверное, после дополнительной эмиссии или после очередного пакета помощи можно снова взглянуть на компанию свежим взглядом. Пока это, на мой взгляд, неинтересно. Ну, а пока мы не перешли к следующей компании, хочу поделиться информацией для тех, кто любит пассивный доход, потому что у меня для вас есть, друзья, конкретный набор бумаг, с которого вы можете начать формировать свой пассивный доход. Да, он пока не будет приносить сотни тысяч в месяц, но с чего-то начинать нужно. Забирайте подборку в нашем телеграм-канале Ivstox по QR-коду на экране или по ссылочке в описании к этому ролику. Ну, а мы с вами продолжаем. Хорошо, с Сигежей мы разобрались. Ну а как насчет угольной компании Мечел? Компания довольно известная, акции торгуются достаточно дешево. Как вообще себя сейчас чувствуют угледобывающие компании? С какими трудностями они сталкиваются? Давайте будем смотреть. Вообще, компания Мечел является одним из крупнейших российских производителей коксующегося угля, ну а также одним из ведущих производителей угля для металлургии в мире. Ну и Мечел у нас по своей структуре объединяет более 20 промышленных предприятий, на которых производят и добывают уголь, железные руды, стали, прокат, ну а также тепловую и электрическую энергию. Основными операционными сегментами компании у нас являются добывающий, металлургический и энергетический. На добывающее направление у Мечела приходится 26% выручки, 66% на металлургическое и только 8% на энергетическое направление. По данным самой компании, в 2022 году Мечел добыл более 11 миллионов тонн угля, 60% из которых приходилось на уголь коксующийся, оставшиеся на энергетический. Объемы добычи компании снизились к концу 2023 года и составили 10,4 миллиона тонн. С 2018 по 2023 год выручка росла по 6% в год и составила по итогу 406 миллиардов рублей. Но, правда, последний год выручка все-таки снизилась на 6% относительно 2022 года из-за сокращения продаж угольного и железорудного концентратов. Ну а случилось это потому, что с августа 2022 вступили в силу санкции, которые запрещают импорт угля из России. По данным Минэнерго, на страны Евросоюза приходилось 22% экспорта российского угля. Также дополнительное давление оказало снижение мировых цен на основную продукцию компании. Это привело к снижению валовой рентабельности, ну а на фоне роста коммерческих расходов операционная прибыль снизилась до 65 миллиардов рублей. Ну а, как вы понимаете, тенденция по уменьшению операционной прибыли осложняет обслуживание долга достаточно существенно. А долги у компании огромные. В конце 2023-го закредитованность Мечела составляла аж 122%. Ну и по большей части это именно текущие обязательства. То есть рассчитываться по ним надо в течение года. Это такая довольно большая нагрузка. Из года в год компания берет новый долг для погашения и финансирования долгов прошлых лет. Также последние два года у компании падает общая рентабельность продаж, и по итогам года 2023-го средневзвешенная
смешанная РОС составила 9,8. Сейчас компания оценена очень дешево, коэффициент P/E у нее равняется 3, и многим это кажется таким довольно привлекательным моментом. Ну, что же с компанией сейчас происходит? Как мы с вами уже говорили, из-за санкций российские угольные компании были вынуждены переориентировать свои экспортные поставки преимущественно на рынки азиатские, такие как Китай и Индия. Но в настоящее время спрос на уголь в этих регионах снижается по целому, на самом деле, ряду причин. Ну, смотрите, во-первых, отопительный сезон, да, сейчас уже заканчивается, ну и, соответственно, потребность в обогреве уменьшается. Кроме того, Индия наращивает объемы собственной угледобычи и становится как бы менее зависимой от импорта. Это тоже для компании не очень такая позитивная тенденция. И вот совокупность этих факторов приводит к избытку предложения угля на мировом рынке и, как следствие, к снижению его цен в глобальном масштабе. Российским компаниям в такой ситуации становится сложнее реализовывать свою угольную продукцию на фоне ослабления спроса. Это на компанию давит. Ну и еще одной серьезной проблемой для отечественных угольных компаний в целом у нас является введение пошлин со стороны как России, так и Китая. Китайские власти возобновили импортные пошлины в размере 3,6% от стоимости угольных марок на российский уголь. Это было сделано для того, чтобы защитить местные компании от более дешевого российского импорта. Ну и при этом аналогичные пошлины не распространяются на уголь, например, из Австралии и Индонезии, потому что там действует соглашение о свободной торговле с Китаем. А вот российским угольщикам достается. Ну и в результате, вот по данным Bloomberg, импорт из России угля в Китае в январе-феврале 2024 года упал на 22%. С другой стороны, еще и российское правительство возобновило экспортные пошлины на уголь до февраля 2025 года, чтобы увеличить сбор налогов с угольной отрасли. Размер пошлины варьируется от 4 до 7% в зависимости от курса доллара. Он привязан. Ну и вот таким образом торговые ограничения как со стороны Китая, так и России оказывают негативное воздействие на российский угольный экспорт и финансовые результаты Мечела соответственно. Предлагаю послушать, что думает про Мечел Андрей Стратичук. Еще одна компания, похожая на Сигежу, а точнее это Сигежа похожа на нее, это Мечел, который также сталкивается с трудностями долговой нагрузки вот в период высоких процентных ставок. Мало того, цены на уголь, так же, как и там, пиломатериалы, бумага и прочее, сейчас снижаются, скажем так. Вдобавок, государство какое-то время планировало ужесточить, скажем так, фискальную политику для угольщиков. Все это негативно сказывается на этой компании. То есть, скажем так, компания в тисках. Скорее всего, немножко облегчит налоговую нагрузку для производителей угля, но, тем не менее, я пока не совсем понимаю, для чего покупать плохую компанию, у которой еще есть, скажем так, возможность упасть еще сильнее, пока она не решит свои проблемы. Поэтому я отмечала, держусь пока на расстоянии. Ну, хорошо, друзья, с Мечелом все понятно, ограничения со стороны Европы, пошлины, высокий долг, это все никак не компенсируется дешевой ценой за акцию. Ну, тогда, может быть, мы присмотримся к компании, которая на историческом уровне и фундаментально выглядит у нас довольно стабильной. Я сейчас говорю про компанию Фосагро. Это один из ведущих мировых производителей фосфоросодержащих удобрений. Занимает первое место в мире по производству апатитового концентрата и первое место в мире по объему поставок удобрений. Экспорт продуктов компании охватывает 100 стран. Основным направлением бизнеса является производство и реализация фосфоросодержащей и азотосодержащей продукции. Туда входят минеральные удобрения, туда входит апатитовый концентрат, ну и так далее. С октября 2023 года Россия ввела временные экспортные пошлины на широкий перечень товаров, в том числе и на удобрения. Эта пошлина составляет до 10% от таможенной стоимости товара в зависимости от курса рубля. Как заявили в правительстве, такие меры необходимы для того, чтобы поддержать сбалансированное соотношение между объемами экспорта и внутренним потреблением данных товаров. Также такое решение поможет защитить внутренний рынок от необоснованного роста цен. Гибкие экспортные пошлины будут действовать у нас до конца 2024 года. Ну и, естественно, такое решение со стороны государства
понятное дело, негативно должно сказаться на экспортной выручке компании. За 2023 год компания продала 8,6 миллионов тонн фосфоросодержащей и 2,6 миллиона тонн азотсодержащей продукции. На это пришлось там почти 96% всей выручки. При этом доля внутреннего рынка выросла на 9 процентных пунктов и составила 54% от общих поставок. Поставки же в Латинскую Америку также выросли до 19%, а вот в Европу снизились с 24% до 17%. Выручка компании за последние 5 лет выросла с 233 до 440 миллиардов рублей. В год прирост составляет 13,5%. Но, правда, вот за последний год выручка компании упала на 23%. Это произошло несмотря на рост объема продаж фосфоросодержащих и азотных удобрений. Основное негативное влияние тут оказало падение мировых цен на удобрения. Но компания поддерживает из года в год высокий уровень рентабельности продаж и акционерного капитала. Это говорит в целом о высоком уровне эффективности менеджмента. Средняя ROS 25%, ROE держится на уровне в 67%. При этом в среднем за 5 последних лет компания направила 67% от скорректированной чистой прибыли на выплату акционерам в виде дивидендов. В соответствии с дивидендной политикой компании, совет директоров стремится к тому, чтобы сумма дивидендов составляла от 50% до более чем 75%. Ну, в зависимости от уровня долга, от консолидированного свободного денежного потока компании за соответствующий период по МСФО. При этом размер объявленных дивидендов не должен быть ниже 50% от чистой прибыли. Средняя дивдоходность за 2023 год составила 8% по компании. Ну, фундаментально компания кажется весьма интересной. Она наращивает объем продаж своей продукции. На промежутке последних 5 лет мы видим, что растет как выручка, так и прибыль, да, стабильно высокий уровень ROE, и при этом еще платятся неплохие дивиденды. P/E компании 7,4 по прибыли за 2023 год. Это говорит о небольшой переоценке, но в целом нормально. То есть, как говорится, с пивом потянет. Стоит или нет посматривать в сторону Фосагро на текущий момент с ее высоким историческим уровнем эффективности, когда рыночная ситуация складывается не по направлению движения бизнеса? Ну, предлагаю тут тоже послушать, что по этому поводу думает Андрей. Еще одна неоднозначная компания в этом списке – это компания Фосагро. С одной стороны, мне компания нравится, фундаментально компания интересна, наращивает производство, но в текущих условиях, когда ввели курсовые экспортные пошлины, когда подорожала инвестиционная программа, когда снизились все-таки цены на удобрения по сравнению с 2022 годом, да, вот в таких вот реалиях пока, на мой взгляд, компания интересна. Вдобавок удорожается инвестиционная программа для Фосагро. Вот четвертый как раз квартал был тому доказательством, то есть несмотря там на единоразовую выплату налога Windfall Tax, компания получила отрицательный денежный поток, и по сути ей неоткуда выплачивать дивиденды. Скорее всего, дивиденды будут выплачены в долг, но посмотрим, акционеры Фосагро не раз принимали отрицательное решение относительно дивидендов. Поэтому с учетом текущих цен на акции, с учетом всего, что я перечислил, я пока не смотрю в сторону компании Фосагро. Двигаемся дальше и давайте поговорим о боли российского инвестора. Это акции ВТБ. Итак, банк ВТБ – это такой универсальный российский банк, который работает со всеми категориями клиентов. Крупный, средний, малый бизнес, индивидуальные предприниматели, самозанятые, физические лица. То есть как бы такой широкий спектр. Да, крупнейший банк, который все мы знаем, которым все мы когда-то так или иначе пользовались. У нас ВТБ, к сожалению, практически сразу попал под американские санкции еще в феврале 2022 года. Мы все это помним. И тогда он полностью лишился возможности вести финансовые операции, которые связаны с долларами. Банк потерял доступ к привлечению капитала из Штатов, торговле долларами на международных рынках, инвестированию в американские активы, ну а также проведению валютных расчетов. То есть санкции были довольно резкие, быстрые, он к ним не подготовился и достаточно жесткие. Спустя 2 месяца, в апреле 2022-го, аналогичные ограничения против ВТБ ввел и Евросоюз, и это повлекло за собой заморозку активов на территории ЕС. По оценкам руководства, общий объем
замороженных активов ВТБ составил около 600 миллиардов рублей. На минуточку. Ну, хорошо, вы скажете, с санкциями и так все понятно, но как же банк чувствует себя сегодня? Смотрите, в основном у нас доход банков складывается из чего? Из комиссионных и процентных доходов. Так, по итогу 2023 года почти 78% выручки приходились на чистые процентные доходы, 22% на комиссионные. Последние 5 лет чистые процентные доходы компании росли по 10% в год в среднем, чистые комиссионные по 22% в год. За первые 3 месяца 2024 у компании общий чистый доход упал на 6% за счет снижения чистых процентных доходов. А это, по сути, как мы с вами уже поняли, основное направление для банка. При этом итоговый результат чистой прибыли сильно зависит от деятельности небанковской. Несмотря на то, что в 2023-м компания заработала рекордный общий чистый доход на промежутке 5 лет, ну а чистая прибыль выросла и составила 420 миллиардов рублей, прибыль на акцию стала меньше, чем это было в 2021 году. К сожалению, вот такой вот регресс. Ну а причина здесь в том, что компания провела 2 доп. Эмиссии, по итогам чего среднее количество акций в обращении выросло до 22 триллионов штук. Это такой очень негативный момент для держателей акций, потому что их доля после доп. Эмиссии снизилась. Ну, соответственно, чистой прибыли, приходящейся на акцию, стало меньше. Если подвести такой некий промежуточный итог, то в целом не сильно привлекательно сейчас компания выглядит. Да, процентные доходы снижаются от месяца к месяцу в 2024 году, чистая прибыль формируется от небанковской деятельности, что вообще не выглядит, к сожалению, надежным. Но, возможно, у руководства есть ответы, почему нам все-таки стоит присмотреться к акциям банка. Есть четкая стратегия на будущее. Да, хорошо бы, если это было так. И действительно, у компании достаточно амбициозные планы. К 2026 году ВТБ планирует чистую прибыль в районе 650 миллиардов рублей. И кроме того, в перспективе ВТБ намерен возобновить выплату дивидендов акционерам. Но вот насколько эти планы реализуемы, давайте послушаем Андрея. Банк ежемесячно отчитывается, и мы видим снижение процентных доходов. А по сути, это основная деятельность банка. Пока прибыль все-таки растет, но растет она за счет небанковской деятельности. То есть сегодня эти доходы есть, завтра этих доходов нет. И все же процентная маржа банка снижается месяц к месяцу, и здесь я позитива не вижу в текущих реалиях. Поэтому в краткосроке мне эти акции не интересны. Да, есть интересная долгосрочная программа до 2026 года. Банк обещает уже там после 2025 перейти к выплатам дивидендов. Но когда речь заходит про обещания и ВТБ, я как-то скептически сейчас уже на это смотрю. Ну и, друзья, последний антигерой нашего ролика – это Саратовский НПЗ. Он вошел в состав Роснефти в марте 2013 года. Проектная мощность Саратовского НПЗ составляет 7 миллионов тонн нефти в год. Завод перерабатывает нефть марки «Юрлс» и нефть саратовского месторождения. На НПЗ производят бензин, дизельное топливо и другую нефтехимическую продукцию. На фоне новостей за последние полгода о постоянных атаках на российский НПЗ интересно посмотреть, конечно, как поменялись финансовые показатели завода. Что мы тут видим? По итогам 3 месяцев 2024 года у компании практически не изменились активы, прирост за квартал составил 1%, выросла дебиторская задолженность на 1,5%, составляет 31 миллиард рублей, а это больше 60% от всех активов. Закредитованность НПЗ 16%. Выручка за 3 месяца 2024 увеличилась почти на 4% относительно аналогичного периода 2023 года и составила 2,8 миллиарда рублей. Несмотря на падение выручки, выросла себестоимость на 25%. Это привело к снижению валовой рентабельности продаж с 34% до 14%. Ну и по итогу чистая прибыль снизилась на 71% и составила 189 миллиардов рублей. Теперь предоставлю слово Андрею. Он поподробнее расскажет, в чем кроется возможная причина снижения маржинальности бизнеса. И последняя акция из нашего топа – это Саратовский НПЗ. Наверное, вот первый квартал показал, что на текущий момент все-таки акции, наверное, неинтересны. Да? То есть мало того, что выручка немного снизилась, так проблема все-таки кроется пока в себестоимости, которая серьезно ударила по чистой прибыли. Тут компания не выходит, наверное, да, к акционерам, не раскрывает, в чем проблема. Я вижу это как либо материнская компания «Роснефть» решила сократить маржинальность бизнеса саратовского НПЗ, либо появились какие-то затраты на защиту от БПЛА, да? Ну, к примеру, которую компания провела в первом квартале.
Но все-таки вот тот бизнес, который не особо наращивает выручку, это всегда какой-то бег на месте и борьба с себестоимостью, как ее сократить, как удержать ее в русле. Поэтому в долгосроке мне, например, такие бизнесы не интересны, но здесь могут быть всегда спекулятивные инвестиционные идеи касаемо дивидендов. Все-таки Саратов платит дивиденды на привилегированные акции относительно своей чистой прибыли по РСБУ. И вот за этим показателем надо следить. Пока он снижается, здесь какой-то идеи при текущем курсе, на мой взгляд, нет. Ну, посмотрим, может, в дальнейшем что-то изменится. Но сейчас я эти акции инвестиционно не рассматриваю. Друзья, вообще, что хочу сказать. Инвесторам без анализа и изучения отчетности очень сложно увидеть потенциал компании. Но как тогда понять, выходить из акций или нет? Ну вот, если говорить о Саратовском заводе, то у компании был хороший потенциал роста. Наши аналитики оценили его в 49%. Но из-за риска атак тут как бы эту идею все-таки закрыли на данный момент. И благодаря оперативной работе экспертов инвесторы в плюс заработали 12% за 4 месяца. Тут есть чем похвастаться. После того, как идея закрылась, цена упала на 640 рублей за акцию. Если вы тоже хотите все-таки зарабатывать на инвестициях, а не терять деньги, то я приглашаю вас в подписку и в плюс. У нас там сейчас доступно более 17 курсов для начинающих опытных инвесторов, эфиры от экспертов с разборами акций секторов, 10 модельных портфелей под разные цели и больше 30 активных инвест-идей. Это все то, что помогает увеличить месячный доход и сформировать доход пассивный. Ну и контент подписки у нас регулярно обновляется аналитиками и экспертами. Они делают огромную работу. О пользе платформы говорят ее результаты. В 2024 году 11 инвест-идей от наших аналитиков не только достигли, но и превысили таргет. 5 из них закрылись меньше, чем за полгода. Доходности по закрытым идеям и в плюс вы видите на экране, они все есть внутри подписки. Ну а вместе с ними 10 модельных портфелей, очень качественных, которые помогут вам грамотно диверсифицировать свои активы в зависимости от ваших финансовых целей. Обратите внимание, что некоторые портфели больше чем в 3 раза обгоняют среднегодовую доходность частного инвестора, что, по-моему, очень крутой результат. Чтобы зарабатывать больше, чем средний инвестор на фондовом рынке, используйте по максимуму все возможности подписки. Ну а чтобы ничего не упустить и сэкономить, заходите вы в плюс сразу на год. Сейчас для подписчиков нашего канала действует скидка 45% на годовой тариф. Промокод я оставила в описании. Но поторопитесь, потому что он действует только 3 дня. Друзья, надеюсь, вам было интересно послушать разборы компаний, акции которых нам кажутся менее перспективными. Напишите, пожалуйста, в комментариях, есть ли у вас в портфелях что-то из этих бумаг, что вы собираетесь с ними делать. Будете оставлять, ждать каких-то лучших времен или будете избавляться. Ну, а у меня на этом все. С вами была Кира Юхтенко и команда InvestFuture. Спасибо, что вы с нами, смотрите, поддерживаете. Подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. И ставьте лайк под видео, если вам нравится наша работа. Всем пока. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких и свои деньги.